Паш. Это другое. Я это понял. Это вообще мем. Но вы знаете, эти русские. Водка, пьянка, балалайка, хей, 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 хей. Ну и расстрел из калаша. С водкой непременно. А вы знаете, эти русские. Вот так и хули там. Что такое горит там? Никак.
Блять, спросил же, блять, убрать. Ну, пиздец. Захватывай. Ты я про Ринку. Не, ну. Блять, захватывай ее. А из чего ты так не взорвал бы? Зря тяну мне на лёд. Я сколько раз стрелял, не получалось. Ты в лоб попадал. Его хоть проставили, это я не понимаю, где что. Какая-то хуета, схуяли болта пробивает теперь. Пиздец, пробивали. Чего в борту ты можешь даже посинтаж болтером пробить и повредить. Тебя из мельти сбоку взяли вообще-то. А. Заметь, ты даже шру у меня гранаты противотанковые.
У тебя ресурсов дохуя, я знаю. Я знаю, через минуту ты это увидишь. Бля. Что ты от меня хотел? Сражение? Сражение идет точно по плану. А через минуту у него предатор выйдет. Ну вот и я пройду. Есть прикол того, что он всю игру играет скаутами. Но там марины эти, только ракетчики и все. Ну и боты. Ты думаешь, 200 мм снаряд что-то мне сделает? Да, даже я. Блять, точно забыл дредмаут. Угу. Забыл. На более поздний, да. А это какой, поддержки? Или? Нет, простой. Свой? Да. Ну это значит лишь поставил. Я говорю, тайминг надо сменить, сейчас это уже игрокой. Моё КО видел? Как я вижу? 84 у него КО. А ты так легко все купил, потому что у тебя одни скалы. Как видишь, что видит в победе? Чего? Как видишь, что видит в победе? Да легче лад просто эти повысить скалов по цене до сотни. Я не против! Не было вот этого, блядь. Я скаутом не играю. Слышь, у тебя ни ресурсы не кончаются, ни эти, ни КО. При том, что у него еще на базе, блядь, постоит. Ну, скауты, да, но по КО-то я им поставил всего лишь 10. КО, но, блин, я не скажу. А
Ну, короче, еще попол скаутами к тебе на базу с Мельтой там. Да эй, ты что палишь контору? Вот я говорил, давай без инвиза. Эй, я его так и не применил. Конечно. Скаут с Мельтой сидел, ждал танка и не дождался.